Привіт усім! Розпочинаємо нову програму «Гра всього життя». Розповідатиме вам будемо про видатних спортсменів Хмельниччини, олімпійців та параолімпійців. А саме сьогодні ми з вами поговоримо про веслування на байдарках та каної. Вмощуйтесь зручніше, буде цікаво! Як вид спорту, веслування зародилося в кінці 18-го століття. В цей час з'явилися клуби заміського відпочинку на воді, котрі організовували туристичні подорожі на човнах, а пізніше і змагання на швидкість. Вже у 1920 році почали активно проводити неофіційні змагання на байдарках і каної. Це такий циклічний вид спорту, заняття, якому в літній період часу проходить на воді, в зимній період часу біг і тренажерні зали. Розвиває загальний фізичний розвиток людини дуже сильно, дуже позитивний вид спорту. Йде гармонійний розвиток як духовний, так і фізичний, і моральний. Я займався з 5 класу, прийшов, попробував, можна сказати, жив недалеко від спортивної бази, де проходив тренування. Сподобалось, почав займатися, і так і затягнуло. Відомий наш байдарочник – це Сергій Нагорний, який був на Олімпіаді в Монреалі, зайняв на тисячі перше місце в складі байдарки, байдарки двійки з білорусом, і на 500 друге місце. Програли долі секунди, але це такий як приклад для натхнення спортсменів, щоб є до чого стрімитися. Тобто ми дітям постійно розповідаємо, які в нас є видатні спортсмени, щоб вони бачили, що прийшли, займаються, не тільки вони тут, а побачать Хмельницький, є до чого стрімитися, є можливий такі досягнення такого високого рівня. Тобто олімпійцями стають не зразу прийшов, і ти вже олімпійський чемпіон. Треба працювати. І це показує, що є до чого рости. До речі, веслуванням на байдарці і каної можуть займатися як хлопці, так і дівчата з 9 років, а надихають юних спортсменів видатні веслувальники Хмельниччини. Мене привів батько, він теж займається спортом цим. Спочатку дуже багато перевертався, а потім вже з часом ти привикаєш, баланс тримаєш. Я брав участь в універсіаді. Для мене це були перші змагання, тому було трохи страху, що я перевернусь. А так, якщо добре настроїтись, то все вийде. Результатом я, звичайно, задоволений, тому що це перші мої змагання. І відчуття адреналін. Знаю Сергія Нагорного. Він виступав на байдарках в екіпажі байдарка двійка, четвірка. Він двічі виступав на Олімпіаді. В Канаді зайняв на 1000 метрів перше місце, а на 500 метрів друге. Він вас надихає? Та, надихає, звісно. Якщо серйозно взяти змагання, то цей рік був чемпіонат України. Я була в двойці каної, то ми зайняли третє місце. Розповідаючи про веслування, ми не могли не згадати заслуженого майстра спорту, чемпіона Олімпійських ігор далекого 1976 року, спортсмена-веслувальника Сергія Вікторовича Нагорного. І сьогодні ми завітали до нього у гості. Вітаю вас. Добрий день. Скажіть, будь ласка, ви пам'ятаєте той день, коли ви вперше прийшли у цей спорт? Це було ще давно, але я пам'ятаю. Я учився в 6 класі в 16 школі, і к нам прийшов тренер по греблі Лемчук Віталій Васильович. Кстати, от на фотографії він знаходиться. І пригласив в секцію греблі. Значить, тоді гребля у нас культивувалась на Южному Бугі і на Ружичній. Зимой ми ходили в зал фізичної підготовки, це було в нашій 16-й школі. А літом вже почали займатися греблею, іменно. Учились сидіти в лодці. Це не так просто, тому що поки навчився, це пройшло 2-3 роки, щоб перестав переворачуватися. І, значить, потихонечку так освоював я цей вид спорту.
А ви з самого дитинства, можливо, мріяли про швидкість, про воду? Чи це так випадково сталося? Прийшов тренер, запросив вас, ви пішли і вам сподобалось? Ну, я думаю, що в цій житті випадково нічого не буває. Все одно десь все пов'язане. А к воді мені завжди тягнуло. Я, коли ще був піонером, тоді ще були піонери, якщо ви пам'ятаєте, знаєте таке. Ходив в судомодельний кружок. Значит, мы там делали кораблики, и все равно какая-то тяга у меня к воде была с самого детства. И вообще вода для меня очень притягивает постоянно. А скорости, естественно, я не думал о таких больших результатах, но начал заниматься, и потом эти тренировки стали все более и более интенсивные. Рос мой класс как спортсмена, и потом уже потихонечку начались спортивные достижения. Первое спортивное достижение – это был чемпионат Украины среди школьников. Это тогда Минпрос назывался, то есть Министерство образования устраивало такие соревнования. Они проходили у нас в Хмельницком, и там я занял первое место, это был где-то 72-й год. Тогда вот. И вот с этого момента уже больше. Потом я пришел заниматься уже к другому тренеру, вот этот Бармин Борис Алексеевич. К сожалению, он уже нет его в живых. И перешел в общество «Динамо». И там уже начал более еще интенсивно заниматься. И когда я учился в 10 классе, я уже занимался по 2 тренировки в день. То есть я и вставал в 6 утра, бежал на речку, там садился в лодку, потом шел в школу на уроки, а потом 4 часа еще одна тренировка была. И такая напряженная очень такая была жизнь. А вы тренуетесь досі? Сідали в байдарку? Не, я трошечки уже не тренуюсь. В байдарку садился где-то лет 7-8 назад. Так, пока не тренируюсь. А чего? Ну, почему? Интересный вопрос. Нету времени, получается. И желание, может, не так есть. Просто очень много занимался, поэтому на байдарке я так посчитал, что я земной шар прогреб. Если так посчитать все километры за мою жизнь, которую я нагреб, получается, что больше, чем экватор. А яка перемога для вас была найвизначніша? Ну, найвизначніша, конечно, была вот эта перемога, вот эта медаль. Это Олимпийские игры, 21-е Олимпийские игры в Монреале. Это золотая медаль. Значит, посмотрите, пожалуйста. В 1975 году я выиграл чемпионат Советского Союза по юниорам. Это проходило в Тверкае. Ну и благодаря этому, значит, меня взяли в сборную Советского Союза по взрослым. А в 76-м году, значит, были Олимпийские игры, и сборная страны готовилась к выступлениям. Но в сборной было очень много людей. Постоянно были отборы, тренировки, соревнования. Выбирали лучших из лучших. И, значит, тут тренера еще одного нету. Моего Писарев. С Ленинграда Писарев тренировал нас это вот. И, значит, байдарка двойка вместе с Владимиром Романовским. Он родом из Белоруссии, со Слонима. Значит, случилось так, что мы выиграли чемпионат Союза, не случилось, просто мы были готовы, выиграли. Чемпионат Союза выиграли на дистанции 500 метров. Выиграли у чемпионов мира, которые в 75 году выиграли чемпионат мира, тоже гребцы из Белоруссии. И это послужило в том, что нас включили уже в состав сборной Советского Союза, которая уже непосредственно готовилась к Олимпийским играм. И вот в Тверкае, там у нас, значит, в Литве, знаете, может, город Тверкае такой, там называется «Жемчужина Литвы», потому что много озер очень. Там проходили у нас последний сбор, и на этом последнем сборе очень было у нас много контрольных соревнований. Именно двумя лодками этими мы соревновались, кто из нас победит. Ну и мы выиграли. Но когда приехали в Олимпийскую деревню, в Канаду, в Монреаль, нас долго не могли оформить нам, хотя письмо было, ну не письмо, а там, значит, подаются списки, команды, все. А в тех списках были не мы, а были эти ребята, наши друзья, ну, наши напарники, с которыми мы боролись постоянно, потому что они были чемпионами мира, и сборная сначала решила их отправить, а потом уже только после последних, как у нас говорится, прикидок, то есть соревнований,
уже мы попали туда. И мы даже долго очень оформляли визу, сидели там часа 4-5, пока пройшли этот контроль весь. Ось дивіться, ви берете перші місця, а які відчуття вас переповнюють, коли ви перемагаєте? Ну тоді, во-первых, прежде всего, чувствую, что правильно сделана работа, что ты достиг результата, что удачно построена гонка. Но да, честно говорю, что был гордость за Советский Союз. За красный флаг, когда флаг поднимался, слезы текли, потому что пропаганда у нас такая сильная была, что мы делаем для Родины все, чтобы только победа, потому что материальных ценностей как таковых тогда не было, чтобы какие-то особенно там деньги платили, еще что-то. И именно радость за свою страну, которую ты отстаиваешь на передовых самых таких местах. Конечно, ощущение эйфории и все это не оговаривается. Даже когда второе место, значит, это уже не то было. И когда мы выиграли второе место, мы сначала выиграли второе место, этот вот байдарок двойка 500 метров, главный тренер, ну, главный тренер с Москвы, естественно, как всегда, значит, нашу сторону даже не очень смотреть хотел. Потому что тогда считалось для Советского Союза, это, значит, ты должен или выиграть, ну, второе-третье место – это максимум. Потому что если дальше третьего места, ты уже вообще, тебя с команды выбрасывали, ты никому не нужен, ничего. У нас тут безліч різних медалей на столі. Ви можете розказати, які за що ви отримували? Ці, зрозуміло, про ці ми поговорили, а ось ці? Значить, я розкажу, я являюсь чемпіоном, семикратним чемпіоном Совєтського Союзу, являюсь чемпіоном 7-ї літньої спартакіади народів СССР, чемпіоном міра, бронзовим призером чемпіонату міра. Так що от ці медалі, значить, у нас чемпіонат міра, виходить, це було в РГ Дуйсбург. Это чемпионат мира и Европы, бронзовая медаль. Это чемпионат мира и Европы, тоже бронзовая медаль. Вот эти все медали чемпионатов Советского Союза за разные года. Эти медали, значит, международные соревнования Англия, Дания, Голландия, Болгария. Вот ценные еще медали я вам покажу. Вот этот, вот в той памяти, вот это да, памяти Юлии Рябчинской, была такая очень знаменитая спортсменка, она сама с Винницы. Значит, в 72 году она выиграла байдарку одиночку в Мюнхене. И потом, значит, на соревнованиях, на сборах в Грузии утонула, и в честь ее был мемориал, так называемый. Но этот мемориал был настолько сильный, потому что, значит, тогда не было чемпионата Европы отдельно, а гребля в основном культивировалась у нас в странах, здесь больше в Европе. И на эти соревнования приезжали практически все эти команды, значит, неофициальный чемпионат Европы. Это очень, значит, в Москве они, ну, проходили эти соревнования, такие очень серьезные и дорогие мне. Вот эта медаль, самая первая моя такая взрослая медаль, это чемпионат, это спартакиада Украины, которая была в Житомире в 75 году. Значит, байдарка двойка тогда с Хмельницкого. Четверка, байдарка четверка, мы заняли второе место. Но для Хмельницкой области это был такой прорыв в гребле необычайный. Потому что, ну, всегда там задних после, а тут мы уже вышли на такой серьезный уровень. Значит, это благодаря этой медали мне тогда дали звание мастера спорта Украины. И еще курьезный был очень случай, потому что такие гребли лодки там со Львова, они были чуть ли не чемпионом мира. Нет, там часть сидела с чемпионом мира с Киева, очень сильно лодка, с Херсона. А мы, значит, начали этот предварительные заезды четвером. И третий номер у нас лодки зацепился за буйок. И, короче, мы последние приехали, но у нас было только три человека. Трибуны, конечно, смеялись, как это, четыре поехали, три только приехали. Знаешь, думаю, какие-то чайники. Но ничего, чайники в финале приехали вторыми и очень гордились этим. А чому вони почали займатися тренерством професійно? Тренером я не начал заниматься профессионально, потому что очень люблю свою семью. А чтобы тренер был профессионалом, это ему практически надо 10 месяцев находиться на сборах. То есть постоянные разъезды, постоянные сборы, соревнования. И поэтому это очень тяжелая работа. А сидеть на місці, це вже таких результатів не добиваєшся. Дякую вам за дуже цікаву та пізнавальну бесіду. Дуже приємно було пообщатися, приходіть ще в гості. Дякую.
впливайте.